Покажи, что. Здорово. Прикольно. Но она нет, легче, чем. А грязь он умеешь? Черт, его не подъебать! Горизонталь вообще. Здесь получится. Логично. Где это горизонталь? Хуси, ладно. Замок и двор. Бля, прям так задержался еще. Подумал. Что скажешь? Нормально. Вот, блядь! Понял? Чтобы перехватиться, а потом уже сделать вот эту хуйню. Ладно, Мух, давай что-нибудь нормальное сделай. Чай. Малой, давай. Ты можешь руководить, блин, процессами тут. Давай. Что-нибудь жестко, просто я уставший уже. У тебя задание поступило от чемпиона. Попробуй. Да, ты. Вот и 60. Давай. Оу. Займись. Чувак, я хотел это делать. Пожалуйста, не надо так вот, блядь, пиздец. Я знаю, ты мощный, но не надо, блядь. Грозно. Так. Воркаут 2-4. Вот. Ну сразу пей. Бля, да подожди! А куда? Ааа! Пошел все нахуй! Давай. Я родил, блядь. Ааа, сука! Я деревянный! Гарик, вы думаете, одну ногу. Воркаут 2-4, да? Я? Да. В душе. Там все дела. Ну ладно, не, мутант кланчик. Не? Мутант кланчик. А, мутант. Кау 2-4. Я Братислава. А где официальные новости о переходе в другую команду? В группе Братиславы. Все в Братиславе. А что случилось? Ладно. Что случилось? Что? Как перспективы нет? Да, коллектив. Сейчас слово, которое я не мог выиграть, до сих пор не смогу. Бесперспективняк. О, ништяк, все. Да? А ты Ник остался? Да. Нику жить негде. Судьба. Горизонт. Горизонт, ладно, горизонт можно. А что за горизонт? Блядь. Ноги вместе. Бля. Чё? Придётся напрягаться. Ноги чуть ноги. Сразу не вези. Да, надо стойку попробовать. Не, что-то я. Давай, попробуй. Чем контролировать, блин? Да, я не знаю. Я поэтому что сделал. Делай лучше вот здесь. Да, пиздец. Боже, не надо, ты же в динамике. Хорошо. Молодец. Кузя, а? Что у тебя с базой? С базой? Ну, в принципе, нормально. Я доволен. Сколько потянешься? Сейчас, хрен знает, максимум 50 будет. Серьезная цифра. Да, только сейчас, наверное, а где-то 30. Давай, на максимум. Какой ты гонишь? А давай, давай, давай. Брусья, сотку делай больше. Да. Да, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Руки не выпрямляешь. 15, 19, 20. Уже устал. 21, 22, 23. Ладно, хватит, не хочу. Смотри, давай на брусья. Да какой брусья? Давай, 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 давай. Смотри, сейчас объясню кучку. Ты уверен? Да. Может, не надо? Не, надо проверять базу. Ага. Да ты делай, не стесняйся. Бля. Он меня заставляет базу делать. Проверяем чемпиона. 5МД, да? Или что? Давай, да вот какой я сейчас 20 сделал? Бомж за 5МД, охуеть. Дерзкий. Я думал, ты какой передний, не знаю, это горизонт. 4, а что за нормативы? 5, 6. Максимум. Кто? А максимум? Ебать! Какой максимум? 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ну что за отжимания-то? Это... Ниже, ниже, давай чуть-чуть. Во. 3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Все, хорош. Не максимум. Будет. Руки устали уже, руки замерзли. Ладно, ладно. Кузя, я буду помнить тебя молодым. Еще один Кузя есть? Да, вот. Угу. Давай, сейчас. А ты выход умеешь делать? Нет. Да. Один раз. Покажи. Ты понял, что ли? У меня уже руки онемели. О! Давай, надо еще 4. Нет, молодец, умеет. О, здорово! Высосал! Да. Чувствую себя сокс. Я думал, это черкасы, судя по шапке. Бля, это муха. Бля. Блять, без брата не узнаю. Сука. Черкасов. А, да! А вот таким людям 24 все надо ебало. Все в шапке, все с бородой, все 63. Я не воркал 24. Так, ну-ка, не обижайте Суса. Надо скатиться, правильно падать. Ух, ебать! Да пошло все нахуй, блядь! Да не делай ты мне, нахуй, слез, сделай до завтра. Пошел нахуй, мне тяжело. Ну надо в одно сейчас. Ты долбоёб, нахера ты? Лучше сразу сделать. Взялся сразу правильно. Давай, давай. Да че? Ну выходы поделай. Выходы? Да. Ну ладно. Это Черкасов. Блин! Ого! Давай, потягивай, потягивай, потягивай. Мак, давай 360. Давай. Да заебал, честно. Серьезно? О, черт, он признался! Ееее! Новый мух! Все, давай! Новая эра опять! Второй мух. Сразу. Хорош, брат! А, стоп, не было 360, все, хуй, не надо срезать. Бля, слушай, тяжело, блин. Где крики, бомбите? По ощущениям, как будто... Где вот это, блин? Блин, не знаю. Доп. Нам нужен Иисус. Я прогрел, знаю, как вылечить. Муха, попал, муха, срочно стреляй себе в голову, она пройдет. А, да. Все, прошла? Нет. Бля, стреляй второй. Перезаряжай. Надо одеваться. Это что такое? А, это Кока-Кола. За здоровый блин. Допинг-контроль. Здравствуйте. Как кошки в эту насадь. Давай. Давай, да. Когда ждать на колах Тим Муха, подумай. Black Star Муха. Black Star Муха? Да. Все, как они разъебывают MVP, блядь. Там. Подержи-ка. Кстати, Муха, Муха, покажи-ка виз. Бля, передний. Значит, упражнение мне трудно показывать, а виз делать. Обязательно без обуви. Да. Все. Обязательно услаб. Что у тебя, Ник, на суперфинале случилось? Ничего не случилось, просто я был не это, ну, не выносливый. Мне понравилось начало. А, подожди. Начало крутое было у тебя. Да, у меня... Когда ты передним висе под музыку, а дальше ты что-то сдулся. Не готовился, что ли?
Короче, тренил так себе, я же, ну, в августе наебнул дисциплину жестко. И мне полгода было вообще не в кайф тренить. То есть, ну, старался как-то поддерживать просто уровень, который был у меня, и все. Вот. А тогда, ну, то есть я меньше тренил, просто и у меня выносливость, считай, ушла. Я не тренил такие связки, короче, вот и все. То есть мне хватало. Не, ну начал круто, реально. Я не верю, я отказываю. Че, передний вис такой ровненький, подтягивай. Этот человек сзади хлопнул. И это начало второго выхода мне очень нравится тоже, когда сальто в гарик вот это все. Да. А потом, да. Это мне пишут. Я понимаю, что не мне. Тут про травмы, это к вам, два инвалида. Что у тебя? Кому к вам, кто вообще отвечает? Блять, может, давайте все сядем. Напиши вопрос в комменты к Мухе и хочу, чтобы... Кузя ответил. Я думаю, Муха догадается, что правильно? Короче, догадался. Знаете, микрофон, тебе отвечаем на вопрос. Муха, там для меня вопросов никаких нет. Кто-то сказал Эриал? Вот, потому что не нашли спонсора у нас. Вот, мы решили все уже разойтись. Он с мамой разговаривает по телефону. Давай, почему ушел? Он в камеру смотрит вообще? Нет. Я почему ушел? Ой, сейчас я присяду. Давай. Ладно. В какие онлайн-игры играешь? Ну, я задрот в доту, очень большой, около 4000 часов. БХС. 4000 часов. У тебя сколько часов в доте? Не играю. Что ты врешь? Не играю. Я знаю, что ты играешь. Я не играю. Сколько часов у тебя? Я не игрок. Говори. Прямо сказал в камеру. Косарь. Говори. Мне компедио подкинули. Да это не мои. Давайте, Макс. Да это не мой. Все знают эти очки. Да, все знают этого. Все знают эти выходы. Давай, первое это поднятие. С кривым телом. Также можно немножко фиксировать. Фиксируй, когда идешь, если ненадолго. На секундочку. Оп, все. Нормально. Все, в принципе. Давай. А если человек не может поднимать ногу. Передний вис. Да, Мух, ты как-то... Ладно, окей. Покажи закрытый. Отлично. Не, ну это не закрытый. Держать! Это уже следующий уровень. Да. Вообще закрытый покажи, то есть совсем. Да. Совсем закрытый. Совсем закрытый? Полностью закрытый. Совсем закрытый. Абсолютно полностью закрытый. Совсем закрытый. Ладно, говорит по переднему вису, что ну не да надо. Да, блядь, это не закрытый, согнись. Ноги еще согнись. Ноги так, да? Вот это уже, вот. Да. Ребята, это самый начальный, это любой воркаут, что нужно носить. Не мешает ли воркаут личной жизни? Стараюсь искать девушек, которые более-менее связаны с воркаутом, чтобы не мешало. Ты в постоянном поиске, что ли? Так, подожди. Так, были травмы с уставом. Подожди, интересно, ты ответил, подожди. Ты в постоянном поиске, то есть у тебя постоянно круговорот идет? Вырежешь? Не знаю, смотря как ответишь. Ну нет, как понимаю, что если влюблюсь в человека, естественно, ну если мое, то остаюсь, если не мое, как бы я. То есть, ну я не буду с человеком находиться. Это тупой вопрос, бля, хватит. Короче, в вечном поиске. Ты не понял пока, что твое. Да, пока еще не сказать, что. Чуть-чуть. Как стать таким же безбашенным и творить чумовые элементы? О, я знаю. Кстати, безбашенным. Это больше сценический образ, ребят, чем что-то это. Так ты актер! Бля! Ты не такой? Нет, я думал, ты такой. На самом деле я очень спокойный человек. Ребят, вы! Как он тебя наебал, пока? Да. Ладно, ребят, всем спасибо. Спасибо, Братиславе! Спасибо, Братиславе! Выручили, ребята! Нет, все, ты оказывается актер, я тебе больше не доверяю. Ты заснял? Ты заснял? Я домогаюсь. Меня трогал бог. Я поступлю как мужик, ладно, спасибо.